В эфире своего ТВ программа «Прямой эфир». С вами Роман Выстороп. Здравствуйте. В крае завершен прием заявок на участие в программе поддержки местных инициатив на 2020 год. Подробнее об этом поговорим с нашим гостем. У нас в студии заместитель председателя правительства Ставропольского края, министр финансов Ставропольского края Лариса Анатольевна Калинченко. Лариса Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте, Роман. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Очень рад вас видеть в нашей студии, в программе «Прямой эфир». И тема очень интересная у нас сегодня, и она мне очень близка, признаюсь честно. И прежде чем мы с вами начнем нашу беседу, я нашим телезрителям напомню, что, уважаемые телезрители, вы можете принимать участие в нашей программе. Мы выходим в прямом эфире, поэтому если у вас возникают вопросы, вы можете их смело задавать. Звоните нам или же пишите на нас, на наши мессенджеры, WhatsApp, Viber. Номера вы увидите на экране в течение всей программы. Так что присоединяйтесь. Лариса Анатольевна, ну давайте начнем с самого главного. Вот как сейчас у нас результаты работы программы поддержки местных инициатив на 2019 год? Какие результаты вот на сегодня? Результаты хорошие. Не могу не отметить активность наших муниципальных образований в реализации тех проектов, которые были уже отобраны у нас в 2018 году. И на сегодняшний день 78% от общего числа проектов, которые должны быть реализованы, они уже реализованы. Можем сказать совершенно точно, что в лидерах, которые уже закончили реализацию проектов, у нас муниципальные образования Кировского района, города Невинномысска, города Ставрополя, Георгиевского, Изобильнинского городского округа и масса других муниципальных образований, которые уже закончили работу, и все объекты, которые должны быть реализованы в рамках программы поддержки местных инициатив, они на территории этих муниципальных образований уже закончены. Вот сейчас это график, вот как раз, да, то, о чем мы с вами говорили. Да, абсолютно верно. То есть мы будем в течение программы, наверное, вот слайды выводить на экран, чтобы было наглядно нашим телезрителям видеть все это в цифрах. Ну, хочу сказать, что даже те муниципалитеты, которым мы на сегодняшний день говорим, что они еще пока не закончили работу, нисколько не вызывает сомнений о том, что все проекты, которые были запланированы, будут реализованы. В течение года мы постоянно мониторим, держим связь и так далее, поэтому точно могу сказать, что все наши муниципалитеты закончат эту работу. Ну, мы планируем, что до 1 ноября это все будет закончено. Все идет по плану. Абсолютно точно, и не вызывает никаких опасений. Как проекты реализуются, вот интересные в этом году, какие были, вот, на ваше мнение? Вы знаете, они все интересны, они все красивые по-своему. Они прекрасны просто потому, что это проекты, которые были инициированы людьми. А значит, для них они самые лучшие. Но значит, и для нас, как кураторов самой программы местных инициатив, совершенно точно. Вот мы даже можем посмотреть, я вот примерно эти же слайды для себя распечатал. Есть интересный, зрителям даже покажем, работа, спортивная площадка, село Новозаведенное. Новозаведенное, Георгиевского городского округа, да, абсолютно точно. Вот. То есть видно, что было, практически ничего и не было. Это да, просто поле, пустырь. В итоге мы получаем шикарную спортивную площадку. Я считаю, это просто замечательно. И есть еще у нас сквер памяти десантников в городе Ставрополь. Сейчас мы его тоже выведем на экран. Ну, я думаю, что большинство жителей, проживающих в городе Ставрополь, узнали это место. На самом деле это большой микрорайон. И вот сама аллея, которая была высажена десантниками, когда они стали дислоцироваться на территории города, очень хорошо смотрится, а сейчас обустроена эта территория. Но активнее все-таки люди стали вовлекаться в программу? Активнее, безусловно. Я бы сказала, еще очень хороший момент, который не могу не отметить, требовательнее. Потому что, вот, например, в этом году мы, сопровождая программу, наш учебный центр сопровождает эту программу, очень много было звонков от жителей. Например, когда они не согласны с решением органов местного самоуправления. Или когда они считают, что органы местного самоуправления недостаточно активны. И вот эти, ну, скажем так, сигналы, они до нас доходят, и мы уже со своей стороны пытаемся урегулировать взаимоотношения между
органами местного самоуправления и между инициативными группами, которые занимаются как раз вот инициируя проекты, которые в дальнейшем реализуются на территории муниципалитетов. Активность существенно повысила, это вот, ну, на самом деле очень приятный момент. Это один из эффектов местных инициатив, когда мы в самом начале, на заре этой программы обсуждали в этой студии с телезрителями на всех семинарах, и мы говорили, аспектов у этой программы очень много, и один из них – это повышение уровня гражданской ответственности, инициативы людей и определенный социальный лифт. Вот мы это сейчас наблюдаем. Это вот, ну, просто замечательно. Как и должно быть. Люди стали намного инициативнее, идут на контакт. Хотя первое время все-таки были какие-то сомнения. Все равно люди пока входили в эту программу, даже многого, наверное, не понимали. Но понимаете, наверное, как? Это все-таки уровень доверия. То есть, да много ли нам что обещали? Вот нам уже обещают 10 лет, и все никак не сделают. А теперь мы еще должны вот и свой труд туда приложить, и на какие-то собрания ходить, и деньги сдавать, там, и еще что-то, да? То есть, вот как бы недоверие было в самом начале, безусловно. Это нормально, это понятно. Поэтому вот тот факт, что за эти годы программа, я считаю, заслужила доверие то, что власть выдерживает свои обязательства перед населением, безусловно, это плюс, который вот как раз-таки и является таким вот двигателем активности граждан, что да, это работает, в этом можно верить, в этом можно участвовать, и наше мнение, наш голос как жителей имеет значение, имеет, вот это очень важно. Ну и плюс, когда уже начали видеть первые результаты, люди все-таки осознали, что на самом деле это вещь очень хорошая, программа поддержки местных инициатив, и я думаю, сейчас они ведь с каждым годом увеличиваются, то есть и количество объектов, и людей, и активность людей. Абсолютно точно. У нас ежегодно, по просьбе, кстати, граждане обращаются у нас очень активно и губернатору края Владимиру Владимировичу, и в Министерство финансов, как курирующий орган исполнительной власти, о том, что, может быть, где-то подкорректировать условия участия в программе. И одно из таких изменений, которое было реализовано при проведении конкурсного отбора проектов, которые будут реализовываться уже в 2020 году, это изменение условий вхождения в программу. То есть, если раньше населенные пункты численностью 500 человек никак не могли участвовать в этой программе, то на сегодняшний день такое право у них есть. Мало того, этим правом наше муниципальное образование воспользовались. И в результате у нас число... Сейчас вот даже вот график. Да, вот абсолютно точно. На этом графике видно. И у нас число самих вот муниципальных образований, которые имеют право участвовать в этой программе, оно увеличилось на 38. То есть 38 еще населенных пунктов получили возможность предложить свой проект жителей этих населенных пунктов. И второй момент, который невозможно не отметить, и он тоже, кстати, есть на данном слайде, это изменение условий. Самое главное, вот такое, как бы мы всегда стараемся соблюдать паритет. Не столько деньги важны в этом проекте, а сколько участия людей. То есть, как используются СМИ. Какова активность граждан, сколько приходит на собрание, сколько участвует в анкетировании, то есть как можно больше людей вовлеченных в процесс. И это, ну, методика, это баллы, да, баллы за что-то. Так вот, если посмотрите на этом слайде, это даже видно, да, что количество баллов, которые у нас идут именно за финансирование проекта, снизились, а участие населения и использование СМИ увеличилось. То есть 55% это за работу в общественном пространстве и за работу с населением, скажем так, и за работу самого населения. Вот это, мне кажется, очень важно, что как раз-таки дает право называться данному проекту инициативой населения. Вот. Это не может не радовать, на самом деле. Вот мы, на самом деле, сколько бы мы ни приезжали в населенные пункты, знакомясь уже с проектами, с готовыми, которые будут реализовываться, вот восприятие людей этой программы, насколько она стала, сколько они стали доверчивы к этой программе, вот со временем уже стали это видеть. И каждый раз, там, несмотря на неудачи, там, по каким-то вопросам, они не смогли пройти по баллам, люди работают,
работают над ошибками и еще раз участвуют и стараются сюда попасть. И вот это на самом деле большой показатель работы, мне кажется. Да. В этом году, вы знаете, у нас же была предоставлена возможность населению голосовать на сайте, то есть посредством сети интернет. И этими новыми технологиями, которым предоставляет наше время, очень активно воспользовались муниципалитеты целого ряда районов. Но всех перечислить невозможно, но могу сказать, что такими вот активными пользователями возможностей сети интернет у нас стали Ипатовский городской округ, Понасенковский муниципальный район, Грачевский муниципальный район, Предгорный район, Изобильнинский городской округ, Георгиевский городской округ. Очень активно жителями этих городских округов и муниципальных районов были использованы вот эти новые технологии. Это вот просто здорово на самом деле. Это еще плюс молодежь вовлекает больше. Абсолютно правильно. Если люди более, скажем, взрослые, они предпочитают участие в собраниях, когда вот так, как мы с вами, можно друг другу в глаза, да, обсудить, подискутировать и так дальше, то молодежь больше вот как бы привержена именно к новым технологиям, которые им предоставляет время. Поэтому вот наша задача была охватить и одну часть населения, и другую, чтобы все были вовлечены. И вот в этом году такой вот пробный был шаг, и на наш взгляд он получился очень удачным. Вот мы с вами как раз и переходим. Закончился прием заявок на 2020 год. Вот результаты на этот... Активность муниципальных наших образований, как показал вот прием заявок этого года, стала выше. Всего у нас было подано на конкурс 326 заявок. Это больше, чем в прошлом году. И это 70% от потенциального числа участников. При этом число потенциальных участников, как мы с вами говорили только что, оно увеличилось. Но, тем не менее, 70% это вот активность, столько было подано заявок. У нас это самый большой процент, скажем так, который, индикатор, который отмечает активность граждан. Если даже в 2017 году, да, у нас было 50% воспользовались этой возможностью. Я сейчас нашего режиссера попрошу, предыдущий слайд у нас был. Просто как раз во время По активности муниципальных образований. Да. Вот вы видите, что да, абсолютно правильно. В 2017 году у нас было только 50% воспользовались этой возможностью, то теперь 70%. И это при том, что у нас ежегодно увеличивается число потенциальных участников за счет того, что мы снижаем планку. Помните, мы говорили 1000 человек, да? Теперь 500 человек населенный пункт может участвовать. Несмотря на это, вот число заявок абсолютное и относительном выражении, если можно. То есть у нас города еще начали участвовать? Города у нас начинали участвовать тоже, как первый отбор у них был произведен. Расширились мы на весь край. И вот несмотря на это, вот такая активность. Вот это, мне кажется, тоже показатель, такой индикатор совершенно точный и уровня доверия к программе, и запроса населению. Нам есть что менять в нашей жизни, нам есть что изменять к лучшему, и мы хотим это делать. Вот это здорово. Ну и люди не остаются в стороне. То есть нет позиции, что... Ну, мне как бы это не нужно, и сюда еще какие-то силы вкладывать не надо. То есть вовлекаются практически все. Понимаете, одно дело, когда мы с вами на кухне сидим и говорим, что ну как же так, ну неужели вот там глава там не видит, что на моей улице не горит свет, там, да, или там что за дорожки у нас нету, там это еще что-то. Одно дело, когда мы это с вами так как бы поговорили на кухне, как бы так посотрясали воздух, а другое дело, когда мы что-то сделали. Мы должны изменять мир к лучшему в меру своих сил. Мне кажется, это правильная позиция, абсолютно правильная. Да, то есть двигаться вперед. Собственно, от нас зависит то, в каком будущем, в каком населенном пункте мы будем жить. Сейчас люди понимают, это стирается граница. Это позволяет стереть ту границу, где населенный пункт маленький и большой город, то есть возможности. Доступности там, спортивных объектов. И, да, жизнь должна быть комфортная. Качество жизни должно быть... Конечно, оно не будет... Ну, это объективно невозможно. Да? Большой театр построить в каждом населенном пункте численностью 500 человек. Мы же это с вами понимаем. Да? Есть какие-то разумные пределы. Но то, что касается общего уровня комфорта, элементарных условий для жизни, они должны быть созданы. Это однозначно. Дать возможность для развития все-таки юным талантам или же спортсменам. Да, абсолютно точно.
точно. Ну уж если мы с вами начали разговаривать о конкурсном отборе 2020 года, да, абсолютно правильно. Невозможно не сказать о тех муниципалитетах, населенные пункты которых были наиболее активными. Сразу хочу сказать, это не победители. Это активность. То есть сколько могли подать заявок и сколько подали заявок. У нас, вот повторюсь, да, 326 заявок, это 70%. Так вот самыми активными, то есть 100%. То есть сколько, вот, например, первая строчка в нашем, на этом слайде его видно, Георгиевский округ мог подать 22 заявки, и 22 заявки он подал. Сколько из них победителей, это уже другой вопрос. Но то, что активность населения и желание администрации поддержать эту активность своими решениями, деньгами местными, там еще что-то, оформлением заявки, вот это совершенно точно наглядно. Я думаю, что каждый наш телезритель найдет свой населенный пункт, в границах какого района или городского округа он расположен, и может оценить, какая активность была на какую территории. Работу он проделал. Да, и он сам, да, и вместе с органами местного самоуправления. Вот это, мне кажется, совершенно точно. То есть невозможно сказать, что кто-то проигнорировал, да, не стали участвовать там или еще что-то. У нас нет таких населенных пунктов, к счастью. Сейчас уже вовлекаются все. Да. Интересные какие-нибудь вот объекты, которые запомнились, необычные, может быть, были в этом? Люди стали, скажем так, стали ли отходить от каких-то стандартов? Нет. На сегодняшний день нет. Вот если мы с вами посмотрим типологию объектов, да, вернее, типологию проектов, которые были поданы на конкурс, то основной удельный вес, практически 50%, это благоустройство территории и массового отдыха населения. Почти 50%. Ну, мне кажется, что это правильно. Есть такой запрос, да, о том, что нужно улучшать ту среду, которая нас окружает, не везде она еще достаточно высоком уровне, поэтому этому и объясняется этот запрос. Но сказать, что появился какой-то проект, который отличался бы от уже привычной нам типологии, благоустройство, спортивные площадки, там, дорожная деятельность, места захоронения, там, пожарные части, вот этого у нас не было. Появилось транспортное обслуживание населения. У нас не было, у нас, ну, скажем так, давно не было такого проекта, это обустройство остановочных павильонов. Очень важно, да, когда стоишь, очень приятно, когда на тебя не капает и не дует ветер. Вот поэтому вот эти моменты совершенно точны. И сохранение традиционного народного творчества, это тоже новация. У нас один такой проект появился. Поэтому вот эти моменты новые в пределах полномочий наших муниципальных образований. Но у нас есть, и тоже хочу отметить, большое число проектов, которые набрали максимальное возможное число баллов. Это было очень сложно конкурсной комиссии решать. Вот мы говорим, что было подано у нас с вами, да, больше 300 заявок, и 52 из них имеют 100 баллов. 52, то есть сразу, вот представьте, 52 на 2 миллиона мы с вами умножили, это уже 100 миллионов рублей, они ушли 100-бальником. То есть совершенно точно люди, которые, муниципальное образование, и люди, которые отработали по максимуму, что называется, на этом. Если вот так вот говорить, а насколько? Вот эти заявки. 583 миллиона рублей – это вот объем средств из краевого бюджета, который нужно было бы дать, если бы мы удовлетворили все поданные заявки. Вот объем запрашиваемых субсидий, который нужен для муниципальных образований. Поэтому, когда мы говорим, что заявки рассмотрены, заседание комиссии состоялось 20 сентября, и выстроена ранжировка. То есть есть проекты, набравшие большое количество баллов, и дальше спускаемся. Если, скажем, 2 года назад было достаточно набрать 72-74 балла, и вы победители, то в этом году уже нет. В этом году вот при таком числе 100 бальников разрыв, вот что называется, ноздря в ноздрю. Такое очень активное соревнование идет между муниципальными образованиями за большее число баллов. Можно это сказать, что такие показатели связаны все-таки с обучаемостью? Есть школа местных инициатив, которая раскрывает все механизмы, как нужно работать.
Есть хороший информационный портал, то есть рассказывает, как это все выглядит, как это работает. Можно считать, что все-таки это влияет на людей, и сейчас безусловно. Они стали... Вот смотрите, это же наша совместная работа. Это работа, которую мы с вами вместе проводим в рамках программы, да, местных инициатив, рассказывая о том, какие есть результаты. Это работа портала, который рассказывает. Это у нас такая весной мы всегда проводим школу местных инициатив в каждом городском округе или муниципальном районе. Безусловно, влияет. Мы научились с главами или с людьми, которые курируют, скажем так, это направление в администрации, как правильно сформировать заявку. Потому что, знаете, обидно, когда невозможно дать денег просто из-за того, что ну, неправильно там, посчитаны какие-то показатели. Чтобы люди понимали, да, которые с этим работают, как это нужно сделать. Вот этот безусловный момент. Этому же способствует еще и в этом году развернулась у нас возможность голосования на портале. И плюс еще к этому мы подключили наглядную, как мы говорим, агитацию. Выпущены плакаты, типовые такие формы. У нас одинаковый стиль. То, что вот нынче модным словом называется брендбук, одинаковый стиль как на уровне муниципалитета, так и на уровне краевой программы. У нас с вами узнаваемый логотип, у нас с вами уже совершенно четкий, понятный, как бы вот буквы. О, я вижу эти буквы, я точно знаю, это местная инициатива. Вот такая узнаваемость проекта, она тоже повышает его, ну, скажем так, шансы на участие большего числа граждан. А больше людей вовлекаются, а мы за что баллы даем? За вовлечение населения. Поэтому, конечно, 100 бальников больше. Мне кажется, это тоже закономерный результат. То ли еще будет у нас, если мы такими темпами пойдем. И сразу хочется отметить, вот развитие. У нас в Ставропольском крае программа поддержки местных инициатив развивается очень хорошо. Я бы сказал, даже в отличие, если сравнивать с другими регионами, то мы, наверное, все-таки в лидерах еще. Да, нам есть чем гордиться. Тут я с вами абсолютно согласна. На федеральном уровне, вот на какую позицию мы занимаем? Ну, все-таки лидирующую, потому что у нас есть с вами опыт достаточно большой, который уже накоплен. У нас были свои методы, да, я не хочу сказать ошибок, у нас были пробы, да, и мы через это прошли и поняли, какие механизмы работают, какие механизмы не работают, что наиболее эффективно. И у нас был этим летом семинар в городе Железноводске, он у нас был международным, мы рассматривали международные практики Португалии, Бразилии, у нас были представители этих стран, Армении, очень интересный опыт, мне кажется, его можно применять, и других субъектов Российской Федерации. Это не первый семинар-совещание? Не первый. Он у нас тоже уже традиционный. Но впервые он проходит с участием иностранных государств. То есть уже, понимаете, вот чем он отличался в этом году? Рассматривая российский опыт, мы уже не просто говорили о том, а что такое ПМИ, а как важно. У нас были отдельные темы в предыдущие годы. Например, в позапрошлом году у нас тема была, как привлечь бизнес. И зачем это нужно бизнесу? Бизнесу это зачем, да? Эти наши местные инициативы. Другой год мы рассматривали информационную кампанию, как ее усилить. Да? У нас были свои учителя, которые как бы говорили, специально, что называется, обученные люди, которые рассказывали, как можно построить, ну, условно, назовем так, в кавычках, рекламную кампанию. В этом же году, когда мы проводили семинар, мы уже рассматривали практики, которые есть на территории Ставропольского края и есть в других субъектах Российской Федерации, так и международные практики, которые еще нет в России. Ну вот мы когда с вами типологию, да, как мы говорим, ну а что новенького, а что вот как бы того, чего не было, а что-то вот может быть интересное, и говорим, что нет, но в основном у нас лидирует то, что традиционно. Есть ли другие практики? Интересны ли они для нас? Да, интересны. Вот мне хотелось бы рассказать о практике, которая есть в Республике Коми. Это совершенно другой аспект местных инициатив. Мы еще до этого, ну, можно скажу, не додумались. Может быть, у нас нет в этом потребности, но я думаю, жители, наши телезрители точно скажут, есть ли в этом потребность. Так вот, в Республике Коми что было сделано? Местные инициативы у них развернулись к предпринимательству, я бы так даже сказала.
Из-за географических особенностей и природных климатических особенностей республики удаленность небольших населенных пунктов между собой. Например, до ближайшего населенного пункта почти 100 километров. Удаленность большая. Сложность транспортной доступности, не очень хорошие дороги. Да? Ну, не хочу сказать, что только самолетов может долететь, как в известной песне, но где-то рядом. Сложно добраться. А в этом маленьком населенном пункте нет пекарни, нет хлебозавода у них там. И подвоз даже хлеба осуществляется нерегулярно. Сложности, перебои. Транспортная доступность сложная, цена хлеба, соответственно. Да? У предпринимателей, которые занимаются вот этим процессом доставки и потом торговли, нет экономической выгоды заниматься этим процессом. И тогда люди, собравшись на сходе, говорят, ну давайте сделаем себе пекарню. Но нам это на самом деле, у нас хлеб будет дешевле, у нас вот как-то вот и занятость населения будет, давайте сделаем. И они выдвинули этот проект местных инициатив, как доходогенерирующий проект, безусловно. Но говорят, ну вот у тебя же есть, вот Роман, у вас же есть опыт работы в пекарне, да, вы же знаете, как это делать. Вы говорите, знаю, ну возьмись. Да я возьмусь, но я не куплю это оборудование, у меня элементарно просто денег нет. А давайте мы попросим субсидию, помощь для этого проекта. И такая помощь им была предоставлена. В результате оборудована такая пекарня, населенный пункт с свежим хлебом, по разумным ценам. 3 человека получили рабочие места, и все счастливы и довольны. Но чем не новая струя или новая грань, новый взгляд на местные инициативы. Примерно такой же проект у них был по транспортной доступности. Маршрутка. Дорого. Потому что мы не можем там в маленький населенный пункт, значит, дорого. Дорого люди не едут, а добраться надо. Частник говорит, мне это экономически невыгодно. Отлично, покупаем «Газель». Она муниципальная. Муниципалитет организовывает транспортное обслуживание населения, фиксированный тариф. Окупать, как если бы вы были частником, свои затраты на приобретение автотранспорта не нужно. У нас есть такая проблема в Ставропольском крае? Пусть скажут об этом жители. Если она есть, то есть возможные варианты. То есть я к тому, что не только вот наши уже привычные направления благоустройства, спорта, культуры можно предлагать, но и другие вот такие доходогенерирующие проекты, они тоже возможны в рамках местных инициатив. Если это нужно, если есть такой запрос населения, мы готовы поработать, и опыт такой региональный есть. То есть мы вот для телезрителей сразу можно сказать, что программа поддержки местных инициатив, она гибкая, то есть здесь возможностей много. Все зависит от проблемы в том или ином населенном пункте. Абсолютно точно. Все можно решить. Есть проблема, если ее можно вот таким образом завернуть, мы готовы. У нас вот очередной будет раунд весенний, да, как мы говорим, школы местных инициатив. Пожалуйста, у нас еще сейчас есть время, с сентября там, до февраля месяца, совершенно точно провести такой вот мониторинг, такой запрос. Опять же, у нас есть сайт, у нас есть свой портал. Пожалуйста, pmask26.ru, пишите и скажите, да, нам это нужно. Вот в нашем населенном пункте конкретно такая проблема, а можно ли ее решить посредством местных инициатив. Мы посмотрим, свяжемся, и я думаю, что мы, во всяком случае, нацелены на то, чтобы максимально через данную программу устранить некомфортность, неудобства жителей нашего края. Вот мне сейчас в голову сразу пришло первый вариант. Небольшой населенный пункт, дети учатся в районной школе. То есть автобуса нет. То есть можно в рамках программы, в принципе, подать заявку на транспорт. В принципе, можно. Хотя тут есть и другие механизмы решения, да. Ну, как вариант. Как вариант. То есть, вот можно изучать разные варианты. Но если мы в рамках, например, местных инициатив оборудуем пожарную часть, понимая, что это на самом деле угроза для жителей данного населенного пункта, то почему бы не посмотреть вот на... Особенно если это восточная часть. Да, это восточная часть. Вы знаете, у нас там есть несколько прекрасно реализованных проектов. Да? Поэтому... Пожалуйста, мы готовы вместе с вами, уважаемые телезрители, главы, призываю вас, пожалуйста, взглянуть. Есть
другая грань местных инициатив, еще не раскрытая в Ставропольском крае. Все, что в ваших желаниях и по благоустройству, и улучшению качества жизни, все можно сделать, и надо не стесняться, прям предлагать идеи интересные. А вот сейчас мы заговорили вот за такую гибкость. Все-таки за все время работы программы поддержки местных инициатив, вот на вашей памяти самый интересный объект, который, наверное, вас удивил бы, были такие? Ну, вы знаете, сложно говорить, что удивил какой-то один. Да? Ну, вот из того, что запомнилось неожиданно, было обустройство торговых мест, ярмарки. То есть такое временное размещение для торговли. То есть люди говорят, нам неудобно, мы не хотим класть продукты там на пол, торговать ими, обустройте нам, пожалуйста, такое место. Оно только выходного дня временное. Один единственный был проект у нас по бытовому обслуживанию – баня. Вот бани больше не было нигде. Вообще для меня было удивительно, что есть запрос на это. То есть мы-то все-таки как бы говорим о том, что у нас, ну, все-таки в основном уже дома, да, есть условия для этого. Но, видимо, здесь у людей была потребность. Потребность была в этом моменте. И мне кажется, что это еще такое, знаете, возможность пообщаться, если хотите. Тоже. Это я сейчас так немножко простимулировал наших зрителей, чтобы они понимали, что не только вот строят там благоустройство, делаются площадки, дома культуры ремонтируются, есть на самом деле настолько интересно. В этом году какие новшества в программе? То есть мы уже параллельно так в ходе коснулись, то, что это уже на население теперь, где меньше, в районе 500 людей, может быть, еще какие-то новшества есть, может быть, какие-то программы? Ну, вот по методике мы с вами говорили. И вы знаете, мне еще что хотелось бы, например, рассказать нашим телезрителям, тоже очень приятная такая вещь. Ведь мониторят о том, какие практики существуют в субъектах Российской Федерации в рамках местных инициатив. Не только мы, да, но и уровень Российской Федерации. И для того, чтобы простимулировать субъекты, людей, которые занимаются местными инициативами, уже третий год подряд проводится всероссийский конкурс, который проводит Комитет гражданских инициатив. Есть такой комитет. И проводится этот конкурс два этапа. Ну, сначала, как традиционно мы говорим, отправляются заявки на данный конкурс. И вот в первом этапе этого конкурса, который проводится в 2019 году, всего было подано от 37 субъектов Российской Федерации 380 заявок. 30 из них – это заявки со Ставропольского края. И в этот этап первый, что нужно было сделать? Было такое народное голосование. Эти заявки все выставлены были на федеральном портале. И нужно было голосовать за понравившийся проект. Не обязательно за свой. Но хотя за свой не проголосовать, это просто неправильная история, да? Вот, то есть проголосовать можно за понравившийся проект. И в результате вот такого народного голосования было из 380 проектов, представленных на конкурс, было отобрано 25. И вот эти отобранные 25 проектов вошли 5 со Ставропольского края, что очень приятно. То есть они набрали определенное, ну скажем так, большое количество голосов. Например, второе место в Российской Федерации, из 380 проектов набрал проект ремонта Дома культуры в селе Янкуль Андроповского района. Это очень приятно. Да, за него проголосовало почти 8 тысяч таких вот, ну как мы говорим, лайков, да, были поставлены данному проекту. Еще 4 проекта, это проекты, которые были предоставлены Изобильнинским городским округом. Там есть и ремонт Дома культуры, и обустройство, кстати, был отличный репортаж по этому поводу, набережной в станице Новотроицкой. Там же скейт-парк в другой станице. То есть еще 4 проекта представлены Изобильнинским городским округом и один вот из Андроповского муниципального района. То есть 5 проектов в топ-25 вошли. Теперь мы ждем второй этап конкурса. Уже конкурсная комиссия, созданная на уровне Российской Федерации, уже конкретные лица, вы, я там, да, ну, есть состав конкурсной комиссии, из этих 25 проектов будут отбирать 3.
которые получат по 100 тысяч рублей для того, чтобы можно было участвовать жителей этих же населенных пунктов в следующем проекте. И уже как бы это их, может быть, софинансирование для вот такого участия в последующем, да, чтобы дальше двигалась реализация местных инициатив на территории конкретных населенных пунктов. Вот такая система поощрения, она придумана на уровне Российской Федерации. Ну, это очень хорошая проблема. Ну, это мне очень приятно, что наши жители, ведь голосовали там, мы сами понимаем, да, не может глава администрации 8 тысяч раз голосовать. Это как-то контролировалось там? Разные IP-адреса должны быть, и, безусловно, разные IP-адреса, электронное голосование. Ну, даже если глава сказал, что всем проголосовать, но это же все равно проделанная работа. Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Поддержать свой проект, все по-честному, абсолютно точно. Вот мы с вами в разговоре коснулись социально активный бизнес. То есть без них программа поддержки местных инициатив, ну, скажем так, неполноценна. Да. Вот почему все-таки социально активный бизнес, ну, честно говоря, нас все-таки смотрят люди, у которых есть бизнесы, которые, возможно, и задумывались о том, чтобы принимать прям активное участие, но есть какие-то сомнения. Почему они должны все-таки принимать? Как вы думаете? Мне кажется, что это все-таки определенная гражданская зрелость. Ну, плюс они же это все делают в рамках своего населенного пункта. Ответственность. И желание помочь ближнему. Потому что принять решение о том, что свои ресурсы, да, которые я там, как предприниматель, мог бы потратить там, на свою семью, там, на близких своих. То есть это желание помочь вообще человеку, да, а жителям своего конкретного населенного пункта тоже. Потому что и дети или там, например, родители этого предпринимателя, который решил вложиться, да, они будут пользоваться этими же, скажем так, улучшенной инфраструктурой, да, или более комфортным там пребыванием, то есть измененным обликом села, то есть благополучателями, да, у нас есть такой термин, будут являться как раз и семья этого предпринимателя, он лично. У нас, кстати, был такой факт в Антроповском районе, когда предприниматель, он живет в городе Ставрополе, но село Курсавка, его малая родина, он вышел оттуда родом, он там сейчас не живет, но он приехал и предложил свои услуги в качестве бизнес-партнера в, именно вот в местных инициативах. Он говорит, потому что здесь прошла моя юность, потому что здесь живут мои родители, потому что здесь живут мои друзья, и я хочу, чтобы этот населенный единая пункт, работа, да, все-таки на это, благо. Это все-таки, да, это должно быть лучше. Вот мне кажется, это тот же аспект, который мотивирует нас жертвовать на больнице, на лечение людей, подавать милостыню. Мне кажется, это вот то же самое человеческое чувство, желание помочь ближнему и самому себе. Их сейчас больше, все-таки активнее стали участвовать. Я просто знаю, вот мы сколько бы объектов не видели, и участие активного социального, то есть активного бизнеса, они вовлекаются. Недоверие. Они прям... Вот как, когда, вот я не хочу сказать, что у нас там люди были черствые, а сейчас они так помягче. Это и будет неправда. Человек, который всегда готов помочь, он хочет быть уверенным прежде всего, что деньги будут потрачены именно туда, на что он их дал. То есть увидели результат, и да, сразу все стало как понятно. Как только был понятен результат, как только его увидели, то сразу уровень доверия повысился, и говорят, да, на самом деле в этой программе все идет туда, куда мы отдаем деньги. И вот когда это доверие возникло, тогда вот участие бизнеса стало больше. Это так. Ну и как, в принципе, и жители стали активнее, они стали вовлекаться в это все, и... Ну, это результат. То есть здесь мы уже видим результаты, вот наглядные, которые мы видели на табло. Да, абсолютно те цифры, точно. Которые... Вот подытожить сегодняшний разговор. Программа поддержки местных инициатив. С 2007 года она работает в Ставропольском крае. Насколько она все-таки стала расти, она стала подниматься? Вот как вы думаете, люди... Ну, вы знаете, мне кажется, чтобы ответить на этот вопрос, достаточно просто...
посмотреть на свой населенный пункт, который раньше не участвовал, а сейчас участвует, хотя бы 3 года подряд. Вот это совершенно точно будет видно. При этом, вот там, где мы говорим о витрины местных инициатив или населенные пункты, которые принимают участие вот начиная с 2007 года, да, это поселение Арсгирского муниципального района. Вот если мы приедем туда и с вами посмотрим, вы это делали на самом деле, это совершенно другой облик. Вы знаете, что просят нас, вот наши коллеги из других территорий, которые вот мы проводим когда семинар, да, или вот наши коллеги из научно-исследовательского финансового института, который курирует эту тему, они говорят, а можно приехать вот в Арсгирский район, повезите нас в село, мы просто хотим вместе с вами пройти по этому селу, и чтобы вы нам сказали, вот это сделано в местных инициативах, это сделано, чтобы мы увидели вот этот измененный облик села. Вот я считаю, что про вот такой наш населенный пункт, да, любой населенный пункт Арсгирского района, уже можно снимать кино о том, что можно сделать сообща, как изменить свою жизнь к лучшему. Ведь, понимаете, здесь усилия. Когда мы с вами видим, что сделали дорожку, когда там облагородили сквер, там сделали площадь, украсили, может быть, какая-то появилась инсталляция, какой-то арт-объект, да, на территории села, стало интереснее и комфортнее. Наверное, я уже не буду сидеть на лавочке. Я уже посмотрю на свои ворота и скажу, знаете, надо покрасить. Как-то они выбиваются из общей картины мира, которую мы вместе с вами создаем. Да? Наверное, я уже покрашу свой заборчик. Да? И, наверное, я траву выкашу перед своим домом там, или еще что-то. То есть, мне кажется, это такой дополнительный плюс, когда хочется преображать в том числе и собственное жилье, и, которое вот создает облик города. Да? Мы же с вами точно знаем, что измененный фасад это здание, да, улица, вот эта улица совсем по-другому будет. Она создает другое настроение. Да, создает. И вот, вот эта вот многогранность, многофункциональность, вот эта вот вовлеченность, она еще и этим может измеряться. Тем, что это вот побуждает людей по-другому, может быть, устраивать свою жизнь, по-другому относиться к ней. Мне кажется, это тоже здорово. То есть все-таки мы скоро сотрем ту черту, когда в любой населенный пункт приехал, село, поселение, поселок, станица, и разница это просто размеры. Просто будут размеры, да. А так, такая же благоустроенная улица, плиточка, все, площадки, все есть, все готово. Да. Лариса Анатольевна, ну, в завершении, вкратце, вернемся к семинар-совещанию. У нас что-то взяли интересного? Да. Совершенно точно наши коллеги их приводят в изумление. Та информационная кампания, которая проводится в крае, тот высокий уровень, который есть у этой информационной кампании, не без вклада компании СТВ, конкретно программы поддержки, спасибо, ваших эмоций, усилий. Это, безусловно, такой вот положительный момент. И та многогранность, которая проводится, потому что у нас есть телевизионная программа, у нас есть радиопередачи, у нас есть рекламные ролики, у нас есть специальные выпуски газет, у нас есть вот теперь и наглядная агитация, у нас есть агитация через электронные средства массовой информации, у нас есть группы в WhatsApp, в Viber, там, не знаю, ВКонтакте. То есть то, что вот как раз популяризирует эту историю. Вот то, что вот мы охватили, ну, наверное, мне кажется, все, что только можно, все разные инструменты. Теперь бы нам, знаете как, из этого инструмента выстроить такой как бы паритет. Чего нужно больше, чего нужно меньше? Какое средство массовой информации работает на какую группу населения? Ведь мы же это с вами точно знаем, понимаем, как это работает. И вот этот наш опыт работы с конкретными группами населения посредством применения разных средств массовой информации, вот он был очень ценен для наших коллег.
А вот это совершенно точно, что они увезли с территории Ставропольского края. Помимо того, что мы всегда готовы, потом то, что их поражает просто активность наших жителей, их желание изменять жизнь к лучшему. Вот, ну, да, это совершенно точно. Ну, приятно, при этом такой патриотичной, приятной ноте. Приятной. Заканчиваем нашу программу. Лариса Анатольевна, огромное спасибо вам, что пришли к нам в программу, рассказали, поделились с нами, с нашими телезрителями. Замечательная программа, поэтому, друзья, вовлекайтесь, голосуйте, улучшайте, создавайте прекрасное вокруг себя. Это была программа «Прямой эфир» на своем ТВ. Оставайтесь с нами.